Только что закончила снимать предыдущие видео и сразу начинаю снимать новое. Так что я приветствую вас на своем канале. И если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Так, сегодня я хотела снять такое мотивационное видео. Давно не было на канале. Так что будет, скорее всего, уборочка. Такое уборочное видео. Так что оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Итак, с чего хотела начать? Во-первых, я хочу снять тюль, постирать и протереть надо будет окно, поменять новую тюль. Я уже постирала, надо будет погладить и повешать новую. Так что давайте начинать. Перешла на кухню, тоже буду снимать тюль и вот эту шторину надо. Мне кажется, я еще ни разу ее не снимала, не стирала, потому что там как-то мы так закрепили, надо открутить. В общем, сейчас будем заниматься. Цветы я тоже убрала в ванну, пролила их под душем. На самом деле окно здесь очень грязное, здесь все в разводах, ну, на камере не так видно, потому что дети тут постоянно стоят, и вот тут такая вот все черная, поэтому надо будет хорошо сейчас все помыть.
отец. Молодец. А вот это теперь зеленый. Нет, давай. Стало у нее хорошо получаться надевать эти колечки. До этого она, ну, не получалась. Все-таки сложновато для нее. Это пирамидка была. Ну, этот кружочек. Сюда вот так. Долго искала, типа потеряла кружочек этот. Все. Ну, вот нашла наконец. Ну, походу, одно кольцо теперь потеряла. Потому что она, ну, должна быть еще, по-моему, вроде бы одна фигурка. Еще раз будем? Ну, давай. Решила приготовить быстрый супчик, вкусный, легкий, без заморочек. В общем, здесь у меня варится картошка и рис, здесь у меня пассируется морковь и лучок, и будет суп из консервы. У меня такой есть кижуч натуральный, то есть рыбный супчик, быстренький, и все. Редко, конечно, так готовлю, но они вкусные. Вот сегодня времени немного, поэтому буду делать. Суп у меня почти готов. Вот еще добавлю лавровый лист, петрушку добавила. И вот такой красивый супчик получается. Сварила совсем немного, потому что, ну, я думаю, на муж, наверное, Сёма вряд ли будет такой есть. Один раз поест и все. Так что да. Сейчас сделаем небольшую распаковку продуктов. Магазин «Абрикос». Такие прянички маленькие. Чиапата вкусная. И макароны. Яблоки. Так, потом бананы. Такую маленькую пачку, 75 грамм кофе растворимый. Вообще, я не знаю, может, сам сходил, купил, я даже не знаю, что он купил. Сейчас вот вместе смотрим. Молоко 2,5% всегда берем. Колбасу, вязанку на завтрак, на бутерброды иногда делаем. Так, сметана 15%, большая пачка. Так, потом творог 5%. Так, здесь у нас чокопай. Ну, это я люблю. Чокопай, большая упаковка, 12 штук. Дальше апельсины. Так, здесь сыр. Сулугуни, деревенское молочко и курица. Курицу не буду доставать, потому что она уже подтекает. Надо ее срочно убирать. Так, и что у нас вышло? Так, 2600. Так, 2000, почти 607. Так, 2117 рублей. Спать. Спать собираемся. А дальше по ванну нам. Да? Угу. Спать не собирается, что ли, совсем? Ну, идите, бегите. Давайте чуть-чуть и спать будем. Такие яблочки вкусные, которые нам папа дарил. Да? Гриш, как ты Дашу любишь? Очень сильно. Вот так сильно любишь ее? Угу.
Потому что она маленькая, если сильно-сильно, очень-очень сильно, то ему она заплачет. А теперь аккуратненько, на пиво. Молодец, аккуратненько. А где Даша, ку-ку? Да, конечно, себе. Время почти 10, и они тут носятся. Яблочки кушают сушеные. Мы сейчас, Даша, собираемся пойти на улицу. На самом деле, давно не ходили, не гуляли, потому что было холодно, но сегодня прям погода хорошая, потеплела, и надо будет сходить. Правда, коляска, у нас нету коляски сейчас, обычно мы ее оставляем в подъезде, а она у нас в машине. Но я возьму ключи на всякий случай от машины, если что, ее достану. Ну, если нет, то просто погуляем около дома, в шаговой доступности, чтобы Даша маленько погуляла, походила. Папа! Погуляла, походила, и есть еще у меня заказ на Валберс, надо давно, ну, забрать. Может быть, сходим. Так что сейчас собираемся. Мы оделись. Сходили мы с Дашей, погуляли. Сходила я на Валберес, забрала заказ, вот такую умывалку. Не знаю, как она будет в использовании, очень уж она бюджетно стоила. Умывалки у меня вообще никакой нету, поэтому взяла, попробую. Если вдруг не подойдет, ну, не жалко, будет выбросить. Есть вот такая щеточка. Очень хорошо была упакована, поэтому буду пробовать. Ну, а я буду заканчивать свое видео. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Увидимся с вами в новых видео. И всем пока-пока!